После летних каникул на YouTube-канале ESN возобновились онлайн-концерты по заявкам. На прошедших выходных марафон онлайн-концертов открыл Александр Городничев, известный шансонье Силамя, который радовал зрителей зажигательными хитами. Большой перерыв ни в коем случае делать нельзя, и поэтому хорошо, большое спасибо молодежному центру, что мы будем в течение года практически раз в месяц этой железной будем выступать здесь. Мы пытаемся сюда людей привлекать. И здесь безопасно, очень хорошо, удобно, тем более, что очень хорошая, грамотная, профессиональная команда. Будет хорошее звучание, и у нас и покушать будет что, вот, и потанцевать будет где. Так что я думаю, что будем мы здесь выступать. Люди, пожалуйста, приходите. Нам молодежный центр. Песни. Ну вот сегодня у нас было не танцевальное выступление, были песни такие серьезные, с думающим текстом. Ну а там, где люди употребляют, допустим, горячительные, чего уж там, будем называть вещи своими именами, там нужно песни а-ля «Пьяная Наташа». Там вот весело, в присядку люди танцуют. Ну, всякое, да. Ну, а если, допустим, какой-то партийный слет, значит, соответственно, и песни должны быть партийные. Вот такие, знаете, как... Вот. Так что вот собираем песни, пытаемся. Мне вчера было сказано, я сегодня, за сегодня сделал, подготовил. Ну, небольшой концертик, из 10 песен всегда можно сделать. А если, допустим, выступали как на променаде двухчасовые, там 30 песен, там уже копаешься, ковыряешься, и где-то и голос садится. Ну, сегодня все, по-моему, прошло очень хорошо. Открытый молодежный центр открыт для ваших идей и предложений. Если у вас есть желание выступить в онлайн-формате, то обязательно обращайтесь к команде ЕСН. Уважаемые жители Силами, уважаемые жители Давюрума, приходит осень. К сожалению, мы не подвластны погоде, но, тем не менее, артисты имеют желание выступать. Пока нет возможности собирать людей на улице, мы открываем опять онлайн-концерты в открытом молодежном центре ИСН в городе Силамя. Пожалуйста, будьте активней. Если есть желание вам о чем-то рассказать, показать, попеть, потанцевать, открытый молодежный центр всегда готов пойти вам навстречу. И вместе с вами выйдем онлайн эфир и станем более доступным для жителей нашего региона, правда, в интернете. Пожалуйста, пишите на сайт молодой.ие, пишите в Фейсбуке, можете звонить 51-33-842, Игорь Малышев. Всегда открыты для совместной работы. Сделаем нашу жизнь лучше, интереснее, веселее и позитивнее. Следите за последними новостями вместе с ЕСН.